красота какая, Мэтт Эллиса. У меня «Динамо Минск» стала уже как семья. То есть сходили первый раз на хоккей, так затянулось, потом купили абонемент на фан-клуб, познакомились с замечательными людьми. Уже невозможно без этого жить, когда летний перерыв, очень скучаем, и в сентябре, как обычно, снова вместе. Когда выходим на лед, всегда смотрим, сколько на трибунах людей перед матчем. И если их много, то эмоции сразу зашкаливают. Болельщик тебя, когда поддерживает, тогда ты как второе дыхание открывается, и ты идешь играть дальше, когда нету сил. Болельщик, который всегда с нами, он остается, мы играем для него. А те люди, которые ушли, ну ушли. Ты ничего не сделаешь. Если кто-то встанет и уйдет, его просто больше не пустят туда. То есть у нас так заведено, что мы до конца сидим. Мы радуемся, когда они побеждают, расстраиваемся, когда проигрывают, поддерживаем их. То есть там самые непредсказуемые эмоции иногда бывают. Когда забиваем гол, то просто все настолько ярко, что не перечислить. Очень приятные эмоции, как бы все бурлит внутри, потому что 15 тысяч, 12 тысяч скандируют твою фамилию. Очень сильно будоражит изнутри тебя. «Динамо» для меня – это семья.